Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрим такой вопрос, ответ на который ищут многие в интернете. Почему в приложении Viber не видно номеров вайберовских, которые находятся у нас в записной книжке? Тут мы заходим, видим, что хоть бы нажимаем вкладку «Все», хоть нажимаем вкладку «Viber», пытаемся обновить, но никак номера эти не высвечиваются, хотя у нас в контактах есть номера, которым привязан Viber. Что нужно делать для того, чтобы в Viber появились номера, которые у нас есть в записной книжке, которым привязан Viber? Для этого нужно зайти в приложение Security IT, найти вот в списке приложений, которые у нас установлены в Viber, и уже здесь напротив каждой строчки есть вкладки, в которой мы можем изменять положение. То есть вот мы ищем, вот допустим возьмем первое, что приложение может отсылать SMS. Заходим сюда, allow, то есть разрешить, ask по запросу, deny, то есть запрещено. Ищем вкладку, которая называется read contacts, то есть чтение контакта. Видим, что изначально у нас стояло, что запрет для этой программы на чтение контактов. Ставим allow, write, delete, ну, то есть записывать, удалять контакты, тоже поставим разрешить. Выходим из приложения, очищаем, выгружаем Viber из оперативки, заново его запускаем. Заходим в контакты, заходим, вот вкладка Viber уже прочитала, что два контакта у нас есть, которые поддерживают Viber. То есть, таким образом, мы с вами разобрались с этим вопросом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.